Привет, привет! Ты заглянул на мой канал? Значит, будем варить мыло. Поехали! Сегодня мыло у нас будет полынное. Я намолола травку полыни. Вот такой порошочек. Будем добавлять 2 столовые ложки на килограмм масел. Сразу буду делать большой объем. Заливать будем вот в такую форму. Я покупала ее на Алиэкспресс, а короб уже сами делали из картона. Тут у меня отвар полынный, тут у меня твердые масла, тут жидкие масла уже добавлен кукурузный крахмал, 2 столовые ложки. Вот. Щелочь сухая. Сейчас будем разводить щелочной раствор. Щелочной раствор я развела. Вот какого он цвета. Желтоватый. Сначала был зеленый, потом желтоватый стал. Теперь горячий щелочной раствор мы выливаем в твердые масла. Под горячим раствором масла у нас твердые растапливаются. Пока масла растапливаются, я пойду помою вот эту вот емкость от щелочи. Процесс приготовления мыла один и тот же. Разводим щелочной раствор, соединяем с маслами. Поэтому иногда у меня будут маленькие видосики в виде шортрос. Вот, буду. Ну, я иногда бросаю туда, вы, наверное, видите, да? Когда мыло такое варю, вот особенно на хлопковом масле. И техника такая же. Добавляешь любой фрукт, также все делается. Только дизайн у мыла немножко другой. И штампики другие. А так, техника-то одна и та же. Вот как быстро у нас с вами разошлись масла. Тут немножечко появляются крупиночки травки, потому что это был отвар. Появляется так, и соединяем жидкие масла. Дизайн у нас будет простенький. А я еще не сказала, что добавим эфирные масла, потому что сама полынь, она хоть и имеет такой насыщенный запах травки, а в мыле ничего не остается. Поэтому у нас с вами эфирные масла будут кедр и можжевельник. Сейчас сразу добавим масла. Тут у меня получается по 5 миллилитров. Вот. 10 миллилитров добавим на килограмм масел. Маленько будет вкусно пахнуть. Еще я хочу лавандовое мыло сварить. У меня есть сушеная лаванда. Просто хочу рецепт испробовать. Новый рецепт составила. Вот хочу его испробовать.
Хороший ли он? Нет. Можете приобрести у меня мыло для себя, для своей семьи. Любой кусочек стоит 300 рублей. Можете мне написать, мы с вами спишемся. Я вам соберу посылочку и отправлю в любую точку. За границей пока не знаю, еще не отправляла. Только по России отправляла. Сейчас немножко отольем. У нас это будет макушечка. Однотонная, естественным цветом. А в общую массу добавим сухую траву. Думаю, мне столько хватит. Так. Травка очень мелко помолота, прям в пудру. В этом году первый раз варю с этими травками разными. Как-то вот я не любительница, но что-то мне захотелось. Что-то новенькое в мыловарении с нуля попробовать. Поэтому решила поварить. С крапивой сварим. Тоже у меня уже травки помоленные есть. Вот. Чистотел тоже есть. Несколько видов сварим. Интересная масса становится. Может быть, что-нибудь покрасим зелененьким, а? А то она какая-то желто-коричневая становится. Это не значит, что травка зеленая и в мыле будет зеленая. Нет. Так, наверное, я покрашу в зеленый цвет немножечко массы. Так. Отольем сюда. Сделаем двойным переливом, да? Вот. Так, основная масса-то у нас будет все равно естественная, вот это вот. А вот эту мы, наверное, подкрасим. У меня есть такая пигментная паста, разведенная уже, оливковая. Вот какого цвета. Как травка стала
Вот, маленько повеселее будет мыльце у нас. Так, сейчас маленько поблендерим, чтобы цвет был насыщеннее. А то я не знаю, как в дальнейшем поведет себя мыло с цветом. А тут хоть у нас цвет останется. Сейчас будем заливать сразу большой объем. Цвет нам больше не нужен. У нас верхушка с вами будет посветлее. Поэтому все убираем. Мыльца будут большие. А вот этот вот пигментную пасту-то я добавила, оливковые. Я что-то не помню, как оно себя в нулевке ведет. А то, может быть, коричневый будет цвет. Не помню. Тестировала я ее? Нет, не помню. Посмотрим. Что-нибудь все равно получится. Просто сверху зальем. Желательно, чтобы ровненько было. Ну, как получится. Ровненько, неровненько. Что-то форму так раздуло, надо это что-нибудь подложить, да? Прям середку раздуло. Редко в этой форме варю, потому что объем большой. Сейчас что-нибудь придумаю. Сбоку положу. Сейчас масса немножко загустеет и сделаем с вами верхушечку. Шапочка немножко застыла. Сейчас ее
приподнимем. И посыпем сухой полынью. Это плохо сыпется. Немножко вот так вот прижмем. К мылу прижмем. Вот так вот будет у нас. Вот. Ну вот, вроде и все. Сейчас поставим в духовку. Пройдет стадию геля. Потом вытащим. И нарежем и посмотрим, что получится. Вот такое мыло у нас вышло. Полынное. Сейчас мы его будем нарезать. Какое красивое. Вкрапления зелененькие есть. Массу мы с вами красили. Кусочки такие твердые, большие. Так, наверное, я боком положу. Что-то у меня тут посыпушка режет мыло. Так, интересненькие мыльца. Еще потом поставим штампик. И будет совсем красота. Большие такие кусочки, как я и рассчитывала, чтобы было большие. Сколько у нас красивого мыла. Тут еще кусочек остался. Я довольна. Красивое мыло.
Поставим потом штампик. И будет красота. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Варите мыло.